Здравствуйте, друзья! Ну вот, пришла посылочка. Посылочка пришла с Лондона, но можно сказать, приехала с Белоруссии. Потому что в Лондон она приехала с Белоруссии. Открываем. Один из подписчиков моего канала. Он производит, ну если можно так сказать, что он, ну, его компания производит вот такие вот рамочки. Производит не только рамочки для пчелок, но производит еще много всякого разного. Мы с ним долго общались, писались, переписывались по поводу таких вот деревянных рамочек. Он специально сделал для меня размер. Ну, не только для меня, для, так скажем, под английский улей. Сделал определенный размер. Вот. Мы вообще говорили про уже собранные рамки. Но поскольку, ну, по своим причинам получилось так, что рамочки пришли вот в таком вот виде. Вот. Так, где у нас? Где у нас штангель, чтобы померить? Есть разрезы. Да. То есть присутствуют вот эти вот разрезы. Я так понимаю, надо это все дело намочить. Вот. Шпон толщиной. Шпон толщиной у нас сколько? 1,99. Ну, грубо говоря, 2 миллиметра. 2 миллиметра толщиной шпон. Ну, вроде неплохо. Загибается. Даже в сухом виде. Вот это единственное, не, то ли недорезанное, то ли что-то как-то. Ну, тоже неплохо. И вот они вдвойне складываются. То есть мне вот это вот очень нравится, что они... Ох ты, сколько много пришло-то. Сразу сообщений. Вот, мне нравится, что это дело вот так вот вдвойне складывается. И парочкой скобок можно скрепить. Вот такая вот рамочка получается. Вот, немножко больше, чем... Сейчас я возьму российскую рамочку, то, что мы в прошлом году с вами собирали. Немножко больше, чем российская. Выше, так скажем. А по ширине такая же. Так, ширина, высота. То есть эта часть у нас получается сколько? 67 миллиметров. А эта часть у нас получается 113. А вот у этой у нас тоже 67 и 100. Вот, 113. То есть чуть-чуть побольше, чем российская. Вот, нету никаких ни отверстий, ничего. По идее, должны были быть прорези сверху и снизу для ващинки. Но по объективным причинам тоже не сделаны. Ну, ничего страшного, будем собирать, будем смотреть. Я надеюсь, я все это на камеру показываю. Будем собирать, будем смотреть, что, как, почему, какое качество, насколько это все ровненько получается, надо ли пользоваться клеем или нет, надо ли замачивать или нет.
Но, по крайней мере, толщина вот этого шпона, ну да, толще, чем у российского производителя. У российского 1,5 миллиметра. Вот. Ну, заломы очень хорошо, кстати, все раскрываются. Так, большое спасибо Юре за такую посылочку. Это, конечно, все дело не бесплатно ко мне пришло. Но ничего, будем смотреть, как это все... А, да, у меня тут есть такая, ну так скажем, чутку. Попробовать, как все это дело. То есть, вот она магазинная рамочка. И вот как у нас в эту магазинную рамочку ставится... наша секционная. То есть очень хорошо подходит под размер, под магазинную рамку. Вот, то есть берем полностью магазин с пустыми рамками, заставляем эти рамочки секционные и вперед. И пчелы лупят секционный мед. Вот. Ну, на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте обязательно это все дело. Если кого интересуют такие рамочки, то, пожалуйста, можете обратиться ко мне с заказом. Да, то есть у меня тут такая коробочка, их там достаточно много, там, по-моему, 500 с чем-то штучек. Вот, и можем договориться о посылочке в Англии, так скажем, кто заинтересован. Вот, могу выслать в собранном виде, могу выслать в таком виде, как вы видите. Вот, так что комментируйте. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч, друзья!